За один час Эдуард Гусев ответил на 15 вопросов зауральцев, часть из которых отложил для личной беседы с гражданами с целью более подробно разобраться в той или иной проблеме. Наиболее острыми и волнующими вопросами для жителей региона стали такие, как приватизация земельной собственности, постановка на учет в кадастровой системе, необходимый перечень документов и куда обратиться за решением указанной проблемы. По словам Эдуарда Гусева, каждому обращению требуется индивидуальный подход для принятия мер по их регулированию. Также он отметил, что возьмет на личный контроль проблему по предоставлению земельных участков гражданам, которые состоят в очереди на получение. В этом году постараемся те планы, которые были взяты, их выполнить, а и в целом рассматриваем варианты предоставления земельных участков в полном объеме всем вставшим на учет в 2014 году до конца 2015-го. То есть вот сейчас наработать, отвести, сформировать, поставить на кадастровый учет территорию и попытаться предоставить в следующем году всем. То есть это вполне реально. Эдуард Гусев также подчеркнул, все обращения граждан, которые поступили на горячую линию, будут рассмотрены в 10-дневный срок. Александр Мироненко, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».